продолжаем нашу одиссею. Содержание предыдущей части. Все паруса! Давай, красотка, расправь крылья! Накидывай! Крот мачта, топ-фалы подтянуть! Капитан, море!
Прогресса! Отправляй всех на галку. Я найду им дело. Счастливо! Не знаю, кто вам нужен, но ради всего святого! Не я это! Капитан Кенвей, вовремя вы! Жду на борту!
Или моя команда, мы поквитаемся, Рассел! Спасибо. Спасибо, Эдвард. И сколько нам еще выполнять? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Разбой и грабеж. Вот наше призвание. Нам они туда отправились. На 5 часов. Нужно. Сам вести свои корабли, Бен. Так надежней. Добавим ходу, ну же. Не учи меня, Бен. Сколько призов мы взяли вместе, когда были приватирами? Одно дело участвовать в нападении, другое возглавлять. Вот достойный приз. Отлично, теперь сближайся. Где достойный? А ты уже взял приз? Демонстрируй власть. Требуя от пленников огромного уважения. Это подчиняет тех, кто слаб волей. Запомни, твоих жертв всегда должна страшить мысль о том, что ты в любую минуту можешь переменить свое решение и преспокойно вспороть им брюхо. Эчники гинично. Стреляй сколько угодно, если будешь осторожен. Только не затопи корабль. Гигиенично, зато дешево, надежно и практично. Это возможно. А бросок ветрее к ветру! Убрать кроты! Зарифить бравшины! Капитан в воде! Уходит. А-а-а!
делаю, промахнулся. Капитан на мостике. Антивирус внезапно включился. Паразит. Не к месту. О, Господи. А теперь можно будет и пострелять. Да что ж такое? Зачерпнул порядком воды. Довольно полезно. Иначе попросту затопишь его. Отлично! Мы захватили груз. Пригодится, что получить. Не по себе, когда в клюме столько ворованного груза. Привыкай. Еще несколько таких призов, и считай, день удался. На мачты!
по нам стреляют или еще не по нам. Там в море! Никитовы! Паруса спускать! Убрать гроты! Не будем жадничать. Капитан на вахте! Гроты по ветру! Убавить парусов! Да что ж такое? Роты, бросоты!
тяни! Уже почти прибыли к месту назначения. Человек в море, Кэп! Вроде оторвались, сэр. Что нас тут преследовал? Странно. Убавить ли себя? Думаю, опасность миновала. Какая опасность? А никакой опасности не заметили. Меньше ход! Спустить брамсель! От ветра! Подобрать паруса! Капитану руля! Отдать кроты! По ветру! Нагитовые! Убрать, убрать, скорее! Причаливает. Кэп за бортом! Necesita algo.
Легкая, но скромная добыча. Именно. А для того, чтобы выманить военных, придется немного пошалить. Ловить крупную рыбу на мелкую. Точно. Так что грабь сколько вздумается, капитан Кенуэй. Поднять паруса! Вижу корабль! Военный бриг на горизонте! Зоркий глаз! Ты готов, Кенуэй? Этот корабль без боя не сдастся! Кто за то, чтобы взять бриг? Крикните «да!» Это я и ждал услышать! Готовимся к бою! Еще один. Все паруса отдать! Поднимаем все паруса! Спустить все, кроме ротов! Эй, на вантах! Паруса убрать! Почему они так хорошо его видят? Странно. Ладно. Здесь, наверное, нужно флаг еще отрезать. Для взятия на абордаж.
где наш кораблик? Вот он. Красиво, как мы перебрались на этот корабль. Но тоже нормально. Капитан на мостике. Шел бы он отсюда. По-доброму, по-здорову.
капитан. От своей известности. Деньги, друг мой, не сглупишь и дашь взятку нужному чиновнику, солдаты оставят тебя в покое. Верно, так и сделаем. Познакомлюсь с этими добрыми самаритянами. Наряды помешают им нас протаранить. Впереди снаряды! Он идет ко дну! Блин! Подходящая дистанция! Не дайте нас протаранить! Блин! Кэп, удачная позиция! Дистанция. Заряжаем! Сам! Готов к бою, сэр! Если пойдут на таран, нам отлично помогут снаряды. Блин! Черт, мимо! Убавить парусов! Рифы, рифы! Блин! Не вышло! Сам! Готовы, сэр!
Выполняем! Удачная позиция! Thank you.
капитану руля. Страшно, рыбий корм! Мы столкнемся, сэр! Убрать гроты! Благодарю. Теперь вы честный гражданин, капитан.